Пристегните ремни, мы взлетаем. Это много. Время исполнять свои мечты. Самарцев приглашают не только побывать в кабине пилотов Боинга 737, но и попробовать взять управление железной птицей на себя. По правую руку в качестве второго пилота будет сидеть инструктор с большим опытом работы в авиации. Перед стартом наставник расскажет обо всех приборах на панели управления и будет поддерживать на протяжении всего полета. На точно таком же авиатренажере готовят будущих пилотов. В нашем тренажере есть возможность все это попробовать, абсолютно все этапы полета. От подготовки к полету, запуска двигателей, выруливания, взлет, полет, посадка самолета. Все это мы можем смешивать с различными погодными условиями, менять время суток. В испарить над Нью-Йорком, отправиться в горы Словении или может подняться в небо над Москвой – локацию можно выбрать любую. В распоряжении гостей лайнера практически все аэропорты мира. В кабине создается эффект полного погружения, за что отвечает не только визуал, но и ощущение. Это уникальный подарок, который может поднять вас в небо как в прямом, так и в переносном смыслах. Мария Левина, Николай Епифанов. События.